Приветствую вас, уважаемые зрители, с вами снова я, Ведьмак. Вы смотрите «Путешествие во времени», рубрику моего канала, посвященную длинным игровым сериям, которые захватывают десятилетия или примерно такой же срок. Сейчас мы с вами проходим игровую серию God of War, Бог войны, от компании Sony Entertainment, и сейчас у нас уже вторая часть, которая называется God of War, Chains of Olympus. Цепи Олимпа, на вас смотрит Кратос, чья страшная низкотекстурированная морда смотрит на вас справа экрана. Эта игра была выпущена в 2008 году для приставки PlayStation Portable, соответственно, ожидать от нее чудес графики не стоит совершенно точно. Я играю на PlayStation 3 в ее переиздание, но ожидать от переиздания чего-то красивого не стоит по вполне понятным причинам. Я уже проходил переиздание «Принцев Персии» и могу сказать, что как бы особо звезд с неба графика хватать не будет. Ладно, давайте начинать. Я прохожу игры серии в хронологическом порядке, в порядке хронологии игровой вселенной. Страдая годы, Кратос однажды, некогда бывший великим генералом, ныне известен как «Призрак Спарты», разгласил себя чемпионом богов Олимпа. Он желает освободиться от кошмаров, терзавших его очень долго. Но сейчас он всего лишь отдыхает от грехов прошлого и находится посреди битвы. Да, игра, как вы видите, полностью на английском. И в этот день Кратоса призвали боги для того, чтобы противостоять неведомому злу, выпущенному на город Аттика, вторжение персидской армии. А вот теперь пошла игровая графика. Как вы можете видеть, несмотря на то, что текстурки немного подтянули, модели. О, смотрите-ка, принцы Персии поднимаются. Помните, когда в принц Персии играешь, там в самом начале такие же вояки, да-да. Ну, боевая система изменилась, точнее, не то, что изменилась, боевая система здесь отличается от Ascension, но не настолько, чтобы я испытывал какие-то проблемы. Я должен... Не дотянулся, бедняжка. Нам нужно шмальнуть из арбалиста. Это что такое? Ты что? Я тут делом занимаюсь, а ты, понимаешь ли, пристаешь. Ах, гад. Давай. Так. Притягивать Кратос у нас, к сожалению, не умеет цепями, как раньше, разве что в полете. Вот так вот. Может натягивать. В принципе, как бы остались те же самые простые удары и сильные удары. Что тебе надобно? Красные сферы и тому подобное. Все то же самое, короче. Особенно тут проблем, я думаю, не будет у нас. Давай. С ноги запустил. И сразу пол корабля развалило. Прикольно. Да, такое сразу разительный контраст между Ascension и этой игрой. Ну, я, в общем-то, ожидал. Труп какого-то Everblade, не знаю, лидера афинянской армии Эвриблейд. Ну, не знаю, могло ли быть у них такое имя Эвриблейд. Эвриблейд, ну, не важно. Вообще с Блейд корень явно не греческий. Так, а нам нужно здоровье? Да, в общем-то, нет. Ящики ломаются, но в них ничего нет. Сферы из них, нет, вылетают. Так, ну, я так понял, мы находимся посреди битвы за город Аттику, на который напали персы. И, собственно, боги призвали
Кратоса. Ух, ни хрена себе. Спасибо, я бы сам дверь открыл. Ты что делаешь? Циклоп. Охренеть, тут еще какая-то больше дура вылезла. Это что вообще? Ты кто? Смакуха. Не дергайся, страшно. Да, я знаю. Спокойно. Страшный ты урод. Но не пыхай огнем. Ты дракон, что ли? Ничего. Это я не знаю. Ящерица летающая. Ну, будем считать тебя пока каким-нибудь здоровым нетопырем. Нажмите прыжок, чтобы инициировать мини-игру. Окей. Не. КТЕшечка опять, да? Охренеть, тут КТЕ еще сложнее, чем в предыдущей части. Точнее, в последней. Восхождение. Я просто даже не увидел, что нужно нажимать. Оно уже все кончилось. Да иди ты нахрен, здоровый. Сейчас, если будет какая-нибудь другая кнопка, я проиграю. Ты сдох? Воспользуемся дубиной циклопа. Капец, блин. Ох уж мне эти кутые. Не. Ой. По-моему, мы ему глаз выбили. Так, ладно. Какую-то скотину мы завалили здесь. Здоровье мы практически не потратили. Видимо, сложность влияет. Так, ты, по-моему, не понял намека. Какого хера ты полез туда? Офигеть, орбитальная бомбардировка просто. StarCraft, да и только. Ну, похоже, в этих кругах нельзя стоять. Не может быть. Так. Поехали, драндулетина. Стой. Хилить. Я так понимаю, таран. Сейчас мы им будем ломать ворота, но перед этим, я думаю, нужно взять ящик. Так, красненькие штучки полетели. А вот это что такое? Встаньте в сияющий свет и нажмите. А, ну да, здесь сохранение происходит по таким вот точкам, к сожалению. Офигеть, сохраняешься. Да. Система, конечно, громоздкая, корявая и устаревшая, наверное, лет на 10 уже. Это что за сундук? Глаз Гордон, ну понятно. 5 глаз дадут нам здоровье. Точнее, увеличение здоровья. Продолжаем ломать ворота. А с этой стороны что, не судьба? Ну ладно. Казалось бы, а чем они, собственно, отличаются? Таран симметричный. Ну, видимо, теперь с этой стороны, да? Ух, размахнись! Рука, разгуляй душа. Как ты там? Ух! Здрасте. Ну что, если я помешаю? Трупики исчезают, ну это понятно. Ресурсы PSP нужно беречь. Всего целых 333 мегагерца процессора. А зачем они стреляли в эту дверь? Так, что я должен сделать? Окей, дальше что? Я думал, я стрелы должен буду отражать сейчас. Видимо, нет. Сюда иди. Дверь закрыта. Отлично. Открыть ее. Так.
Так, ну, на этой сложности я могу сказать, что враги дохнут практически мгновенно. Может, стоило, конечно, побольше поставить, но... Сдается мне... Да, хватит! Может, стоило побольше поставить сложность, но, боюсь, меня тогда просто истерзают местные КТЕ. Откуда вы тут беретесь-то, ну? Капец. Из-за вас дверь закрылась. О, чёрта. Не надо у меня целиться. Собака успел выстрелить таки, а? Что ты на меня замахиваешься? На меня фурии замахивались. Всем известно, что с ними стало. Черт, а? Ну, ладно. Пока что, я так понял, наша задача найти и победить этого дракона. Кем бы он там ни был. Дракон или еще какая-нибудь тварь здоровая. Но это вроде не мантикора, поэтому хрен бы знал. Так, Андрей у нас, кстати, здесь, да? Сколько надо? 2650. Блин, ни хрена себе здесь дорогие апгрейды. Подороже, чем в восхождении. Там-то я вообще все проапгрейдил к концу игры. А, блин, ломайтесь уже. Окей, поползли. Да-да. Лестница. По лестнице можно ползти. Так, как с нее слезть? Спасибо. Голда лежит. Никому не нужное золото. Вообще, зачем персы напали на Аттику? С какой, спрашивается, целью? Это Спарта. Так. Ты, я смотрю, разошелся тут, да? Тебе один глаз лишний, в принципе, я думаю. Совсем без глаз будет лучше. Окей. Да он ни хрена там... Он разносит мой город. Негодяй. Так. Слышь, ты что творишь? Давай залазь. Быстрее. Здоровье, ну, я не знаю, зачем ему нужно у нас полное здоровье. Это что? Какой-то здоровый хрен. Ты дворф, что ли, переросток? Что за зло, говорит, ты принес в этот город? Я, говорит, принес не зло, я принес очищение. Пока мы разговариваем, мой Василиск очищает это место, чтобы оно могло поглотить величие империи. Олимп прислал сообщение, я, говорит, его принес. Значит, ты, говорит, всего лишь посланник? Так, значит, передай своим маленьким богам сообщение. Нужно больше, чем жалкий спартанец, чтобы остановить империю. Ну, я думаю, он просто не знает, с кем связался. Кратос же он псих конченый. Вот стоит его завести, и все. Уже не остановишь. Пошел ты. Чё? Это что сейчас было? Хрен бородатый.
Зачем я этих мудаков убил, это надо признать. Ну, хотя бы полоска хп есть у него. А то в Ascension вообще ни хрена было непонятно, сколько у босса здоровья и когда он сдохнет в конце концов. Да, иди ты. Ой, да иди в пень. Твои эти выпердыши меня не пугают, поверь мне. Интересно, а можно бесконечно здесь фармить красный сер, убивая только вот этих вот ребят? Наверное, можно, но это будет очень скучно. Это улетел. Ты псих, успокойся. Отвали. Да, ты бесполезен, по-моему, может. Не знаю, кто тебя послал и с какой цели, но ты явно дрищ. О, блин, сейчас будет КТЕ. Спасите. А, простое КТЕ. Ладно. Так, я совершенно случайно нажал. Блять, ненавижу. Сейчас он генерит здоровье? Конечно. Ох, чувствую, настрадаюсь я. Боже мой, Санта-Моника. Мы за сколько там, 6 игр, так и не поняли, что нужно выпилить эти гребаные КТЕ, потому что они всех бесят. Я в конце концов прошел Dark Souls, поэтому это кое о чем говорит. Без всяких КТЕ. Пожалуйста. Пощади мою жизнь. Я дам тебе все, что попросишь. У тебя нет ничего. Перс. Возьми мое королевство, моих женщин, мое золото. Мне не нужны твои богатства. Я заберу твою жизнь. Да блин, еще куту ешь, что ли? Ёкарный бабай. Ты просто так его забить не мог? Да. Жесть. Да, но убийство в этой игре по-прежнему. Какой-то ефрейт я получил. Пока жмешь R1, нажмите треугольник, чтобы активировать демоническую ярость. Давай, активируем. М. Ну, я жму. А, R1. Это вот эта вот хрень? Ладно. Синие сферы восстанавливают магию. Так, блин. И чё, будет бесконечно тут прыгать, что ли, на меня? Я без всяких тут этих эфрейторов могу вас бесконечно убивать просто. В отличие от козлов из God of War Ascension. В этой игре враги не игнорируют, когда их бьют. К счастью. Восьмой год, а система сохранения, блин, осталась как в 2000-х. Бабы. Вы чё, лесбиянка, что ли? Говорит, есть что-то, чем мы можем тебе помочь? Ну, в принципе, да. Давайте развлечемся. Пиздец. Ну, это, конечно, очень пошло и очень весело, но я передаю привет разработчикам из Санта-Моники и надеюсь, что их жены в постелях примерно точно такое же выдают. Поднимает табличку, нажмите треугольник, нажмите кружок, а если не нажали, все, давай, до свидания, до следующего вечера. Потому что по-другому их наказать, по-моему, нельзя. Проблема, что
Ну. Давайте скинем лестницы, чтоб не залазили больше. Ну. Так. Но я не туда. Да не туда. Ладно. Давай крути. Надо прицелиться в эту... Что ты застрял? Давайте прицелимся. И второй глаз мы выбьем. Херам собачьим. А теперь, думаю, хорошо будет. Лови. Блин, не в глаз. Какая досада. Зачем ты за нее схватился? Отцепись. Такое, похоже, не выстрелил, он не отцепился. Ну, ладно. Почему бы нет? Так. Кратос, как всегда, хулиганит, разбивает все вазы, все бочки, все ящики, чтобы выбить из них непонятные красные сферы. Так, хорошо, а лестница куда ведет? К ящику, отлично. Ящик нам не помешает. Как и любой ящик в игре, в общем-то. Еще глаза или перья? Ага, на этот раз перо решили выдать. Окей. Эти рычаги серия God of War явно позаимствовала у принца Персии. Очень медленный лифт. Интересно, я отпущу рычаг, если он обратно не поедет. Черт. Ну ладно. Поехали дальше. А можно ниже? Мне, пожалуйста, на первый этаж. А вот... А, блин, я думал, Василиск лезет. А это всего лишь циклоп. Что ты хотел ему доказать, интересно? Ой, что это? Не важно. Нет. Да нет. Успокойся ты, ну. Похоже, ему это не очень помешало. То и да не ори ты. Да? Ой. Чё такой упоротый, уважаемый? Блин, он бьет без остановки вообще. Как и я, правда. Вставать не хочешь? Да, что ты такой резкий-то, блин? Вроде бы должен быть большой брат и медлительный. Он разворачивается с такой же скоростью, как и я. Непорядок. Блин, это ему точно полоски здоровья не хватает. Давай тебе еще шандарахнем. Да блин, смотри. А, все, появилось. Теперь меня будет мучить. Туешкой. Свеч. Не. Не. Отлично. Страшная харя исчезла, окей. Эти двери, похоже, были позаимствованы из серии DMC. Там были такие закрытые демонические двери, которые тебя били, если к ним подходил. Так. Ну, циклоп это не страшно, в общем. А вот еще с Василиском делать, это вопрос. Суровые спартанские двери,
которую открывать могут только брутальные спартанские мужики. Как вы могли промахнуться? Ну да, конечно. Напугали. Ежа голой жопой. Так. Когда у нас там уже хватит-то на апгрейд? Так, сохранимся. Придется, видимо, серии резать по контрольным точкам. Я не знаю, как быть-то. Еще зависит от того, как они удачно расставлены, эти сохранения. А то бывает, я знаю в играх, что в одном месте у тебя сохранение через два шага, в другом месте ты должен пол игры каждый раз переигрывать. Давай, залазь уже. Куда ты намылился, уважаемый? Прочь. Вышел над пас и все такое. Не. Че, мимо? Досадно, правда? А ты откуда нам вылез такой красивый? Я же уронил все лестницы. Черт, а? Что, не вышло выстрелить, да? Да, бывает. В жизни огорчение. Очередное перышко. Что делает рычаг? Видимо, что-то сюжетное. Давайте. Да откуда ты взялся там? Ну как? Охренеть, они заново что ли ставят? Да вы упороты, ребята. Нет, не успел. Печально, но факт. Так, что у нас там? 246, 2650 надо, офигеть. Да откуда ты взялся-то, ну? Капец. Да я же... Охренеть. А, ну их можно резать вообще-то, говоря так. Просто без проблем. Так, ну. Тяжело. Тяжело, тяжело. Рынок какой-то. Арбузы продавали. Видимо, апельсины или яблоки, что это такое. Вообще, в принципе, когда так вот проиграешься, то и на графику особо внимания уже и не обращаешь. Ну, действие происходит, драка. Все такое, ажиотаж. Здрасте. Ага, кто-то харчит. Че, невкусный попался? Правильно, спартанцев жрать, они все жилистые. Не прожуешь. Кто-то там садит уже. Что? Кто там что кричит? Зачем? Зачем я взял труп и потащил его? Вы мне сказал, откуда вы там прыгаете-то, уроды с хитаганами. Так, что тут наверху есть, что есть, что по мелочи, ребята, что-то попутали походу. Да иди ты в пене. А труп сюда надо бросить. Ну окей, бросим сейчас только. Залезем сюда. Это нельзя. А здесь у нас собака успел стрелять. Ну, за это я вам жестоко отомщу, ребята. Чего? А блин, нифига здесь можно путешествовать. Ны! Как вообще можно на самом деле просто резать нажатием одной кнопки? Хватит прыгать.
Ну, я понимаю, что вы как зеркраш, у вас там стоит хэтчери наверху. И плодит вас, как зерглингов. Раз за разом. Но это не повод на меня все прыгать. Сходите уже в другое место куда-нибудь. Не. Ну, на самом деле, я, конечно, могу это бесконечно делать, но... Они же мне будут мешать принести труп на кнопку. Ибо труп есть единственный метод открывания дверей у спартанцев. Ну, единственный. Один из самых распространенных. Правда, обычно для этого используется труп врага. Твою мать, а я здесь где возьму труп? Вроде бы нету больше. Ладно, может здесь был. Но если я возьму этот, то, блин, дверь закроется. Непорядок. Или может просто пробежать надо? Сюда не залезть, окей. Открывайся. Ага, ща. Если бы он еще кувыркался в том направлении, которое я нажимаю... Ну, может, я что-то неправильно делаю? Да ёпарасота. Так. Что-то я затупил. Что-то я затупил. Окей. Непонятно. Дерево не рубится. Да уж, суровые спартанские. А, нет, это же не Спарта, это Аттика. Окей. Суровые. А как называют? Аттикские. Ну, блин. Вариантов нет. Может, другой труп есть? Хотя он вроде бы один был. Хрен его знает. Занимаюсь какими-то странными вещами. Трупы таская. Здесь нет. Это что за странное место? А, ящик здесь есть, ну окей. Да ты, блин, его долго будешь тащить-то, ну? Ны! А вот это неплохо. Видимо, труп нужно на ту сторону перетащить. Увлекательное занятие. Ны! Так, труп сюда. В сторонку. А ящик сюда. Но это, в общем, было несложно. Так-то. Так, просто по деловому таскаем из трупа. Как будто каждый день этим занимается. Так. Оп. Проверим сейчас. Да, блин. Чуть-чуть не хватает. Что за жизнь? Ладно. Давайте сохранимся и, собственно, давайте на этом завершим серию. С вами был Ведьмак. Мы с вами начали проходить игру God of War Chains of Olympus. Насколько я знаю, история этой игры разворачивается за 10 лет до, собственно, God of War. Вот, и мы вполне насладимся всей историей, всей игровой серии и конкретно этой части. С вами был Ведьмак. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите еще. Всем пока.